Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и в этом видео я вам покажу лайфхаки, как собраться в путешествие при условии, что мы летим из Саратова в Москву Победой, и мы отказались от багажа и оставили только ручную кладь в связи с тем, что мы летим всего на 3 ночи, ну и нам не нужно много вещей. Я вам покажу такие лайфхаки, которые, возможно, вам помогут, даже если вы летите надолго и с багажом, сократить количество вещей. Я всегда заранее пишу список, что с собой взять. Ну, здесь разные вещи, например, костюм на конгресс, туфли, украшения. То есть когда я положу это уже в общую кучу, я вычеркну или обведу кружочек, что это уже сделано. Далее у меня идет косметика, набор, тон кисти. Кисти у меня сейчас постиранные, лежат, сохнут, чтобы в дорогу взять чистенькие. Итак, что я беру из косметики? Смотрите, какая у меня косметичка. То есть вот это, там будет еще несколько кистей, но они немного места занимают, и набор. Итак, давайте посмотрим, что здесь входит. Обязательно спонж для тона, тональная основа, не беру в пробниках, забыла заказать, а вообще удобно заказать пробнички и взять с собой 2-3 пробника, которых вот так вот хватит намазаться, может быть, даже я куда-то выдавлю, чтобы целиком не тащить, ну хотя она не так уж и много весит. Далее обязательно консилер под глазки вот сюда наносить, и может быть что-то нужно будет высветлить. И самое главное — это тушь. Вот положила гипнотик новенькую, вот она у меня на ресничках, может быть возьму 5 в одном, переложу. Так, 2 карандаша стойкие тени для того, чтобы подвести внизу, и их можно использовать как базу под макияж, но под макияж я все же взяла праймер. Праймер, вот сегодня я делала как раз макияж, 2 оттенка теней использовали, все на праймер, макияж получится стойкий, он точно не рассечется, не смажется и прослужит мне весь период, да, весь день. Далее для бровей уже в наборе встроены сухие тени для бровей, и я беру тушь для бровей, чтобы потом их зафиксировать и расчесать. Далее у меня здесь 2 карандаша, один карандаш — это тоже расческа для бровей и на всякий случай карандашик, карандаш для губ контурный в оттенке горденья, потому что у меня будет одна помада светлая, розовое дерево, вот кстати она у меня сейчас на губах, такой универсальный цвет, если я наношу с горденьей, как сейчас, получается очень, ну, такие нюдовые губы. Если я возьму, кстати, вот из старой коллекции карандаш уже поярче, то у меня будут яркие эффектные губы, то есть одна помада закроет сразу 2 как минимум варианта. Но на всякий случай на конгресс я взяла еще вот такую помаду Giordani, более насыщенный цвет, я попробую, когда уже наряд на себя полностью примерю, я попробую эту помаду, мне кажется, она будет смотреться лучше, и тогда может быть возьму 2. Обязательно мультиактивный бальзам, он мне нужен будет постоянно, то есть он у меня будет буквально вот прям под рукой лежать все время в сумочке, чтобы увлажнять губы. И на всякий случай беру блеск, например, каплю этого блеска можно положить сверху на помаду, и уже получится 3-й вариант помады с блеском. Вот такая вот классная штука, это просто чудо. И что входит в сам набор? Смотрите, во-первых, зеркало большое, чтобы сделать макияж, масса вариантов оттенков теней, и в том числе брови, как я уже сказала. И вот так, если я раздвигаю, то внутри у меня 3 варианта пудры, корректор, хайлайтер и 3 варианта румян, представляете? Все. Он, конечно, весомый, но зато мне не надо брать разные коробочки: отдельно румяна, отдельно пудра, отдельно корректор, отдельно тени. В общем-то, мне кажется, это настолько удобно, учитывая, что у нас багажа будет немного, будет очень классно. Еще беру вот такое смягчающее средство, потому что им локти можно помазать, и губы тоже, и кутикулу, чтобы смягчить. Кстати, ногти буду красить прямо перед вылетом, чтобы был идеальный маникюр. Будет вот такой маникюр, просто блеск, топовый лак, который сейчас в 17-м каталоге идет, я нанесу 2 слоя, и просто у меня будут блестящие ногти, и они точно не облупятся, даже если я целую неделю буду с этим лаком, он очень стойкий, хорошо служит.
Так, далее из косметики все показала, теперь уход за лицом. То есть я отмечаю, что косметику я собрала, да, но пока не буду, потому что я еще буду краситься. Уход за лицом. И тут мой лайфхак. Я заказала два набора пробников по 100 рублей всего. В этот набор входит очищающее средство, то есть такие вот маленькие пробнички, очищение, крем для кожи вокруг глаз, сыворотка, дневной и ночной крем. Одного пакетика мне хватает примерно на 3 раза, представляете? То есть два набора мне хватит 100% на эти вот 3 дня, чтобы утром и вечером умыться, увлажнить кожу, напитать ее, чтобы выглядеть хорошо. Я эти пакетики из картонок выну и переложу просто в другие пакетики. А учитывая, что с собой можно брать жидкости, несколько флакончиков, по-моему, до литра, и объемом не более 100 миллилитров, смотрите, для снятия макияжа я перелила вот в такой флакончик свою любимую медузку, этого хватит, я даже назад чуть-чуть привезу, поэтому налила немножко, этого хватит точно. Далее я беру маску для лица, чтобы перед конгрессом утром просто увлажнить хорошо кожу, потому что после перелета, дороги, все равно будет какой-то стресс, недосып, потому что я уверена, что мы будем болтать всю ночь, мы там встретимся с нашей Олей, будем в одном номере, поэтому будем болтать всю ночь. Патчи под глазки, чтобы утром привести свое лицо в идеальное состояние. Так, для волос я беру вот такой шампунь, он, кстати, был как-то вот в распродаже, я взяла его, чтобы с собой в дорогу брать. Для волос маска и масло. Когда масло, вот это было у нас перед запуском новинки, было в пробниках, я взяла и подумала, как круто с собой брать дорогу, такой пакетик, его хватит на 2-3 раза, это вообще чудо. И маски тоже хватает на 2-3 раза, поэтому вот это все для волос на двоих нам с Михаилом. Так, далее мне же нужно еще увлажнить руки и тело, поэтому маленький тюбик крема для рук, представляете, всего 30 миллилитров, но мне хватит полностью увлажниться 3 раза, это точно. Так, далее обязательно берем антибактериальное средство и масло чайного дерева. Масло беру почему? На случай, что мало ли, ну какая травма, заусенец, может быть, не знаю, зацепка какая-то, порез, то есть не дай бог, да, прыщик вылезет, горло заболит, насморк, то есть я беру масло. Кстати, нужно взять пипетку, сейчас допишу себе, пипетка, подождите секунду, вот масло чайного дерева плюс пипетка. А пипетка нужна для того, чтобы если вдруг начнет свербить в носу, чтобы я могла масло развести с водой и закапать в нос, то есть это вот будет как наша мини аптечка. Это беру, потом беру аромат, же нужен аромат, у нас в Oriflame был раньше такой вот как запасной футляр, то есть ну как переливной, он был пустой, тут по-моему, ну, может быть 5 миллилитров, я налила сюда духи, это я брала с собой в Питер, они были полные, смотрите, сколько я израсходовала, мы там были, по-моему, 5 или 6 дней, то есть расход у нас маленький, зачем тащить целый флакон, вот этот практически невесомый, и он с полноценным дозатором. То есть если вам понравилась идея, можно заказать такой вот флакончик, например, на AliExpress, я уверена, что вы такой найдете, как вот футляр для как-то для переливки духов, наверное. Ну, я думаю, если поискать вот так разные варианты, то вы точно найдете. Далее зубную пасту, смотрите, я беру чуть-чуть, чтобы лишний груз не таскать. Когда я узнала, что мы летим, я просто одну из паст отложила, чтобы мы ее не тратили, и нам на троих, то есть я Оле сказала, чтобы она пасту не брала, потому что здесь ее очень еще много, нам на всех хватит. Так, далее ватные диски и палочки обязательно с собой, чтобы снять макияж, да, вот, ну просто это необходимость. Так, что еще? Расческу я беру одну вот такую маленькую, она будет просто всегда со мной в сумке, чтобы легко быстро поправить волосы, потому что она очень хорошо расчесывает, и она еще и с зеркальцем, то есть можно, да, вот, можно губы подправить, посмотреть, конечно, здесь она немножко округлая, поэтому получается деформирует лицо, оно то вытянутое, то широкое, но посмотреться на себя и подправить основные, например, губы, это точно можно. Далее я беру с собой вот такой пинцет, на всякий случай какой-нибудь лишний волосочек выдернуть. Еще будут
Здесь смотрите, что я не принесла: пилочка, щипчики, пинцет, вот плюсик ставлю, что уже его принесла. Далее будет обязательно вот такая вот селфи лампа, которую мы цепляем прямо на телефон, это очень удобно, ее можно было получить в подарок от Oriflame, а сейчас можно ее заказать. Смотрите, ставим на телефон, сзади кнопка, и вот так три режима, лицо достаточно хорошо освещается, поэтому так как мы будем тусить, гулять и все такое прочее, то скорее всего оно пригодится, его удобно просто в сумочку бросить, потому что занимает очень мало места. Далее очки беру, потому что неизвестно, где будем сидеть, а я вдали вижу плохо, поэтому очки мне пригодятся. Ой, мне звонят, ладно, очки, вот теперь я хорошо вижу. Никто меня, наверное, в очках не видел, но я иногда их ношу, по крайней мере в театр и так далее, я их обязательно беру с собой. Бумажные платочки и еще влажные салфетки, сейчас напишу влажные салфетки, влажные, вот вспомнила. И знаете, я этот список оставлю на следующий раз. Так, заколочку, чтобы волосы собрать в пучок, когда умываюсь. Батончики для перекуса, потому что я уверена, что я где-нибудь обязательно захочу покушать, поэтому пусть они будут с собой. И что я еще возьму? Документы, антибактериальный гель показала, да, вот это обязательно, чтобы в сумочке всегда было. Шлепки, пижамка, блокнот, ручка, зарядник для телефона плюс уши и витамины, витамины и зонт. Вот и все. Посмотрите, в принципе, потом мы берем вот такие прозрачные мешочки, они очень удобные, тоже я что-то получала, купальники, по-моему, белье, и в эти мешочки я складываю, например, вот жидкости все у меня уйдут вот сюда, там масло и так далее, то есть что-то это будет в сумочке, просто масло без коробочки можно взять, то есть здесь вот у меня будут такие продукты, которые я знаю, что вот крупненькое все, да. Так, все, и зубную пасту сюда, оп, вот в такой мешочек я сложу уход за лицом и все маски. Смотрите, как это круто все будет, везде порядок, я буду видеть, где что лежит, и мне будет легко это все достать. А назад я поеду еще с меньшим грузом. Загрузили, так, все проверяем, все для волос готово. Следующий мешочек я сюда складываю всякие вот платочки, ватные диски, какую-то мелочь, я не знаю, что еще сюда положить, это все в косметичку пойдет, пинцетик пусть тут лежит, в общем-то, и щипчики сюда с пилочкой положу. Порядок, все, смотрите, через прозрачку все видно, где что лежит, мы не запутаемся. И останется сложить всю косметику, загрузить чемоданчик, туфельки, и готово. Приятного полета, как говорится. Вот, если понравились лайфхаки мои, пишите в комментариях, что берете на заметку, поделитесь, может быть, у вас свои какие-то есть фишки, которые вы используете для путешествий, тоже будет интересно, потому что наверняка, когда начинается путешествие, сборы, у всех паника, что делать. Я вам вот рекомендую такой прям чек-лист составить, и пусть он всегда будет, его можно просто чуть-чуть видоизменять в зависимости от того, куда вы едете, потому что если, например, на отдых на море, нужно добавить еще солнцезащитные средства, купальник, да, и панаму, солнцезащитные очки. А так, в общем-то, все. Спасибо вам за внимание, желаю всем приятных классных путешествий и до новых встреч, пока-пока.